Хейо, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. И это, скорее всего, заключающая серия у нас будет. Потому что нам сейчас скажут, где Хойт, и мы вбьем... А, у нас же список только, точняк. Хотя, я думаю, там у нас как раз будет на эту одну серию. Джейсон, как твои планы убить Хойта? Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Поговорите с Сэмом, однако как мне попасть внутрь? А? Ребятки, я не вижу входа туда. Мне типа нужно взорвать себе проход сделать. Странно. Сигнализации здесь очень много, уже 3 как максимум сигнализации я вижу. Я думаю, лучше взять еще немножко себе зеленой травы. О, как раз же по 2 мне дается, точняк. И найти этот гребаный проход. Я видел только один. О, нашел. Да? Почему ворота закрыты? А как мне попасть внутрь? Алло? А как внутрь попасть? Класс. Классненько. Ой, вот, все. Здорово. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Если... А хоть меня же видел, да, в лицо или нет? Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Ну да, я буду я сейчас... Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3. Чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я какую? Удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Всему миру, так же как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай,
кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. О, я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Ох, поверь, я тебя точно не разочарую. Я еще приду за тобой, чтоб походиться. Пипец их тут. Так, четверо здесь. Ну это, конечно, будет самый... защищенный. Пираты остались без вожака психопата, теперь они еще менее предсказуемые. Будет, конечно, это немножко фиаско, если это будет наш знакомый. Откуда это уходит-то? Он не придет отмечать мое свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? А, да! Нет тебе кокоса. Эй, эй, вроде ж Дуг говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов! Понятно. Мне это уже не нравится почему-то. Эй. Сюда. Конец наступит. Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни. Улыбайся. Ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Ох. Вот черт. Райли. Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя! Нет! Райли Броди! О, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Тут Джейсон? Ты жив. Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где, где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Окей, я вернусь за тобой. Обещаю. Аж чувствую, как... Блин... Да, вот друга. Давай в рану ему, да? Вот это добавили бы в топах мучений. Блядь. Самое неприятное. Кем я стал? Пиздец. Да, это оставь жестко. Его. Хватит. Фиаско большая. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! А, то есть из списка я уже всех убил, да? Считай. Я хочу убить его. У меня есть план.
мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Да сосгут я? Да. Очень. Да, все понятно. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Окей, тогда мы это сейчас сделаем. Блин. Во все есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти. Окей. Проваливай, сюда нельзя, фу, новичок. Окей, хорошо. Нельзя так нельзя. Так. Ой, хера себе. Куда это мне нужно идти? Ладно. Полетели. Мне кажется почему-то, что это будет самая долгая серия Far Cry. Где-то на часик. Так, первое. Продажа. Второе, боеприпасы. Все, у меня все есть, все это хорошо. Где выход? Нашел? Так, теперь. Райли Броуди. Ваш маленький братец Райли. Спорим, вы по нему скучаете. Это ваше слабое место. Не допустите ошибку. Например, я люблю свою родину, но я выжил из ума. И не полезу ради этого на небоскреб и не поплыву на спине кита. Будьте начеку. Окей, хорошо. Сэм Баккер. Я отправил их туда. Прошли дни, потом недели. Ни один не вернулся. Джунгли поглотили их. Окей, все. Все, походу. Так, теперь что мне нужно? Навыки. Ага, это херь. Будет точнее стрелять навскидку, но это когда, типа, без прицела. Это все херня. Меньше от взрыва вот можно прокачать. Это что? Получайте меньше повреждения при нападении животных на врагах. Будут сложно сбить вас с ног. Но здесь очень хорошо будет бы от взрыва, потому что... Хотя мне взрывы не так дамажит, ладно. Полетели. Тогда по-быстрому. Так, хилки у меня есть, да? Хилки есть, да. Оп, тихо. Хотя, может быть, это и не конец. Кто его знает? Пора отключить Хойту телефон. Тихо, тварь. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опору С4. Это единственный вариант. Классно. И оставь немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер, я? Я. А, так это еще не все. Территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Окей, все ясненько. Так, два снайпера уже вижу по лазерам. Так, поехали. В тихого играем. Куда это я провалился, ё-моё? Кажись, я в дерьме. Ладно, не беда. А, главное отключить сигналку, я думаю. Да, я мух не смог убить, потому что, блядь, она не появлялась. Ой, тихо. Ой-ой-ой. Вот этого я не увидел сразу.
надеюсь, он там один. Ладно, плевать. Будем считать, что он один. Боже, как я его не заметил, фух. В машину могу сесть? Могу. Вариант. Чего я позарился на этих дрожжах? Вот идиот. Кто бежит? Он один был? Вот, блядь. Вот, блядь. Прокатило. С кем они разговаривают? А, фон, он один, все. Он сейчас подойдет, короче, к трупу, да? Я его быстро убью. Короче, это на две еще серии. Это будет препоследнее. Не пускайте его в бункер! Тут снайпер? Тут два снайпера я вижу. А где второй? Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Не спорю. Так, как мне вопрос убить? Ага, он там. Тихо, ну это нормально. Ладно, тогда он подойдет, я его быстро зарежу. Главное на того не нарваться. Отгоните его от бункера! Еще три недельки и домой. Тихо. Отгоните его от бункера! Так, теперь наверх, да, мне нужно как-то взобраться? Или нет? Блин, как бы мне тебя грохнуть, чел. Главное, чтобы там не было шумихи из-за этого. Компьютера. Почему приходится спать в этой горе? Он бежит к бункеру! Тихо. Какого убийцу? Кто меня спалил, вопрос? Ладно. Тихо. Ты идешь на смерть свою, чел. Тихо, 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 тихо. Мне главное, чтобы потом шумихи не было, когда я его взорву. Поэтому давайте я тут быстро все плутаю. Тихо. Это один. Нужно просить ребят. Охраняйте бункер! Хорошо, здесь еще как максимум двое.
Тихо. Отдохни, Ляш. Так, здесь выключен наш. Да фиг его лучше отрубить, мне кажется. Себе же безопаснее делаю. Так, ладно. Мне только взрывать, да, придется? Ой-ой, я тревогу я подниму. Так этого не хочется. Но другого выбора мне нету. Давайте максимально хорошее расстояние для меня, это вот здесь. Да. Звуки сразу слушать. Начинается. Прикольно. Вижу врага. У меня пушка больше. Ну, согласен, у тебя пушка побольше будет. Да ё-моё! Все. Пушка побольше у него. Ё-моё! Где мой дробаш? Тихо, спрячься! Где калаш? Фигеть. Ой, боже мой. Хорошо, что я как-то еще вышел. Сразу смотрю, что здесь есть, что здесь нету. Собираю аптечки, если есть. Так, это я все подрубал, да? Так, перезарядка. Так, навыки. Создание предметов. Создание предметов. Поехали. Хилка изготовить, изготовить, изготовить. Хорошо. Навыки по навыкам прокачиваем взрывы. Да, окей, все. Да-да, я вижу их. Ладно, аптечка есть здесь, запомнил. Броня. Берем. Раз. Два. Тихо, все хорошо. Тихо. Готово. Так, что я делаю? Быстро захожу, юзаю аптечку, забираю аптечку, быстро выхожу, убиваю этого. Все, готово. Идемте дальше. Кто здесь будет? Хорошо, хорошо, все идет. Главное, чтобы кто был не здоровяк. Ладно, возьму сразу молотов на всякий случай. Да ловите.
Во-во-во, тихо-тихо-тихо. Придется тратить еще гранаты. Бам. Ну да, здесь обычный. Так, мне гранаты нужны. Не, вот эти жесткие огнеметчики, потому что они палят. Не по-детски. Все, да? Контрольная точка, поехали. Собаки? Большая штука. Надеюсь, C4 хватит. Так, давай сразу тогда пойдем в нашу спину. Так, там голова еще. Главное, чтобы собаки на меня не напали. Это самое, чего я боюсь. Так, там где-то снайпер. Шавки. Так, тихо. Все, больше шавок нету, да? Снайпер откуда там, я не понимаю. Он в укрытии! Ты сдохнешь быстро! Ладно. С этими можно и так разобраться, я думаю. Помогло, проверяй. Снайпер где там? Чертов снайпер этот. Так, хилки. Абонент Хойт недоступен. Готово. Поехали. Да, готово. C4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе. Чё? Все будет чики-чики. Что? Защищать взрывчатку? Тихо-тихо-тихо, я труп, да, я понял. Тихо-тихо-тихо, я понял, что мне туда нужно идти. Давай. Полетели отсюда. Фух. А могу я посмотреть на этот взрывчик? Пока-пока. Да-да-да-да. Дефьюзьте идите, давайте.
Дефьюзит, смотри. Вот. Пока. Но мне нельзя возвращаться с тобой в самолете. Я справлюсь. Ну давай, высадим, я просто где-то спрыгну, да и все. Не беда. Блин, ну они же, скорее всего, ж меня видели, да, в лицо? Логично. Встречай меня у склада горючего. Мы там повеселимся. Ну все. Айн, давай, давай. Пошел. Прыгай. 3, 2, 1. Не вижу смысла открывать парашют. Поехали. Деннис, я нашел брата, он жив. А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли. Опа. Нужна моя помощь. Все. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат. Запомни, теперь мы семья. Ты что, больной? Черное золото. Окей. В принципе, все. У нас как раз и время подошло к концу. Давайте тогда на этом закончим здесь. И в следующей серии продолжим сразу после этого. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.